Радио «Романтика». Volvo Fashion Week радовала, удивляла, шокировала и сводила с ума всех российских модников целую неделю. Желающих посмотреть на тренды будущей весны было не счесть. Места в зале занимали заранее, менее расторопные смотрели стоя. Яркие цвета будущего лета, летящие силуэты новой весны вдохновляли зрителей и заставляли забыть о надвигающихся холодах. Радио «Романтика» особенно отметила два показа. О них расскажем подробно. Ольга и Анна Каменева свою новую коллекцию разработали специально для интеллектуальной особы. В шелковых нарядах она прогуливается по набережной Ниццы или Портофино, производя впечатление барышни изнеженной, тонкой и даже слегка витающей в облаках. Тона у нас, если можно посмотреть, здесь такие достаточно сдержанные, очень такие припудренные. Рабочее название у нашей коллекции – «Скромное обаяние буржуазии». То есть вот в этот раз они у нас очень скромные получились. Вот очень красивое платье. Это рубашка, извиняюсь, со стереоэффектом. Да, то есть вот ткань. Есть орнамент, но он припудрен сверху другой тканью. Образ дамы с изюминкой подчеркивают специально созданные украшения, поэтому воздушные шелковые наряды дополнены агрессивной аксессуарной группой из бисера и стразов Сваровски. Расшиты и сами платья. Например, вот, да, совершенно кружевное платье, и один элемент вышит, да, но вроде бы достаточно всего много, но оно не смотрится перенасыщенным, то есть нет такого, что ощущение, что всего много. В целом стиль вещей от Ольги и Анны Каменевых очень элегантный и женственный. Скромное обаяние буржуазии успокаивает и убаюкивает героиню. В ее стиле прослеживается легкая небрежность. Вот она утром на берегу моря проснулась, вот немножко себе заколола, да, буквально на две невидимочки прическу и вперед. То есть у нас такие девушки-аристократки, они всегда хорошо выглядят. Не знаю как, но всегда. Несмотря на всю нездешность созданного образа, героиня Ольги и Анны родом из нашего времени и хорошо знает, чего хочет. Совсем другую леди нарисовала нам Лиза Романюк. В коллекции «Женес», что в переводе с французского «юность», есть все от торжественно нарядной, праздничной и простительно наивной юности. Жизнь богата событиями, поэтому коллекция включает в себя полный гардероб. Необходимый современной леди, которая всегда спешит, но никогда не опаздывает и все успевает. Были летящие ткани, были модные трендовые цвета, перемешанные и чуть-чуть блестящие. Сейчас это необыкновенно модно. Была спокойная, вы видели, линия, которую можно носить каждый день. И все-таки она, наверное, достигла своей цели. Любая женщина и дама почувствует себя значительно более молодой и юной. Для работы модели лаконичного кроя, оптимально сочетающие благородную простоту и интеллектуальную роскошь. Для отдыха аристократичные модели с подчеркивающим грациозную девичью фигуру силуэтом. Для вечера кружащие мужские головы соблазнительные силуэты. Длинные платья вошли в моду 2 года назад, и они остаются и будут на следующий год. Они очень любимы женщинами, а натуральный шифон, который летит, он украсит любую. Вряд ли найдется хоть один модный тренд, который не увидит своего отражения в коллекции «Женес», но без шокирующих крайностей. Ведь главные козыри коллекции не только безупречное чувство стиля, абсолютная женственность образа, идеальные пропорции, изобретательные конструкции и благородные итальянские ткани – это еще и так высоко ценимое в мире моды чувство меры. Вы вдохновились на новый образ? Тогда самое время подобрать, ну, например, новогодний наряд. Новогодний наряд может быть совершенно любым. Здесь можно фантазировать до бесконечности. Вы можете себе позволить все, что угодно. И глубокое декольте, и парчу, и стразы, и перья, волосы. На тон и Новый год. Даже если вы знаете, что все придут очень просто, и это дача, вы можете позволить себе длинное платье и чувствовать себя королевой. Потому что Новый год как встретишь, так и проведешь. Радио «Романтика».